Трэверс. Откуда вы? Вы одеты как ассасин, но лица я не знаю. Я Кенвей. Вашей конторе грозит опасность. Да, я видел поблизости подозрительных людей. Думаю, это слуги тамплиера Аптона. Можете устранить его? Могу и согласиться. За плату. Вы случайно ничего не знаете о тамплиерском ключе? Вы найдете его у людей Аптона. Если я скажу, где они. Что ж, по рукам. Он велел доставить товар в его резиденцию. Зачем? Что он будет с ним делать? Вывезет контрабанды? Вывезет, когда он сам везет контрабанду сюда? Знаю, звучит глупо, но работа есть работа. Наверное, ты прав. Контрабандист, контрабандист. Эй, ты никогда не думал, что контрабанда – очень смешное слово? Кто думает о словах? Точно не я. Но ты скажи вслух «контрабанда». Контрабанда. Контрабанда. Есть в нем что-то смешное. Контрабанда. Постой. По-моему, все-таки стоит об этом потише. Потому что это контрабанда? Ну да. Точно. Когда придем, нас будут ждать? Да. Все будет просто. Доставим товар, а потом в таверну. Это если повезет. Контрабанда. Смотри, вот они. Здрасте. Стой! Я Аптон Трэверс, глава конторы. Что? А Вэнс ваш... Мой брат, работаем вместе. И ты убил не тамплиеров, а моих рабочих. Но это был приказ вашего брата. Он хочет свергнуть меня? Не знаю, друг. Я ищу тамплиерский ключ. Что? Прошу. Расскажите же мне все. С чего мне вам верить? Встретимся в конторе. Я покажу. А, тьфу ты.